実際にチェノブリでどういう甲状腺がんが見つかっているのか、あるいは手術されているのかということにつきまして、ビクトール・コンドラトビッチ先生に報告を呼びいただきたいと思います。彼はのミンスクの甲状腺がんセンターの副院長であります。今日は実はの院長先生であられるウラジミール・カラリック先生もこの後長崎で共同研究のお話がありますのでご同席いただいています。で、彼は日本にも数度来てますけども、チェルノブイリの原発事故の後激増した甲状腺がんについてお話を伺えると思いますので、筑後訳になりますけども、ロシア語の後に長崎大学の助教である高橋純平先生の通訳で日本語でお聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。Добрый вечер, уважаемые друзья. Меня зовут Виктор Кондратович. Мы с моим коллегой Владимиром Караником приехали из Беларуси, из города Минска. Это мой третий визит в Японию. Два первых визита было много лет назад, когда я был молодым хирургом. Я получал образование, практику здесь, на Казахском медицинском университете, именно по лечению рака щитовидной железы. 皆様こんばんは。私はビクトル・コンドラトービッチと申しまして、私の勤める病院のカラニック院長とともにベラルーシ共和国ミンスク市から参りました。今回は私にとっては3度目の訪日になります。過去2回はまだ私が若い外科医だった頃に長崎大学で研修を受けました。まさに甲状腺がんをどのように治療するかということについての研修を積ませていただきました。И вот на третий раз мне оказана большая честь принять участие в съезде хирургов Японии, где я выступил с докладом, ну и также большая честь выступить перед вами. そしてこの3回目の今回の訪日に際しましては、この福島で行われました甲状腺外科学会に招いていただき、そして発表する機会を与えていただきまして、またこのように市民公開講座ということで、福島市民の皆さんの前で発表いただける名誉に扱っております。Тема моего доклада – это рак щитовидной железы в Республике Беларусь до Чернобыльской аварии и после Чернобыльской аварии. И я буду говорить преимущественно о папиллярном раке щитовидной железы, доля которого 97% среди всего рака щитовидной железы в Беларуси. 私の本日の発表のテーマは、ベラルーシにおける甲状腺がんとチェルノブイリの前そして後ということで、ただし甲状腺がんと申しましても、本日の発表の中ではそのがんのほぼ 97% を占める乳頭がんについて、主に述べさせていただきます。Вы видите, где расположена наша страна, вы видите, как далеко мы расположены друг от друга. И население нашей республики составляет 10 миллионов человек. この地図でご覧いただけますように、ベラルーシは日本から非常に遠く離れたところにあります。ベラルーシ共和国の総人口は約1000万人です。Это ближайшие наши соседи.Вы видите, что на севере это Латвия, Литва, на востоке Россия, на западе Польша, на юге Украина и всемирно известный город Чернобыль на границе с нашей страной. そしてベラルーシの隣国どのような国々に囲まれているかがご覧いただけます。北にはラトビア、リトアニア、そして東はロシア。西はポーランド、南はウクライナ、そしてそのウクライナに、世界的に有名になったチェルノブイリという町が存在しております。26 апреля 1986 года, как известно, случилась Чернобыльская катастрофа, которая принесла много, огромное количество проблем для нашей страны. К сожалению, по политическим причинам не все население было предупреждено о случившейся аварии, поэтому не было эвакуировано из зараженных областей,
не была проведена профилактика йода. 1986年4月26日にチェルノブイリの事故が起こりまして、私たちの国に多くの問題が降りかかりました。政治的な事情によって多くの国民がこの事故が起きたことを知らされずに、いた状態が長く続きまして、適切な避難が行われずに、また要素による、放射性、要素による甲状腺の防護措置も取られることはありませんでした。И буквально через несколько лет после Чернобыльской аварии мы увидели значительное увеличение случаев рака щитовидной железы у нашего населения. Но, к сожалению, врачи тоже были не готовы к современной диагностике, не хватало ультразвуковых аппаратов, не было необходимых навыков у врачей для диагностики этого заболевания. そしてその事故が起きて数年後から甲状腺がんの発生件数が劇的に上昇してまいりました。しかしながら我々の国の医師たちはそういった状況に全く準備ができておりませんでした。エコーの診断機会もほとんどありませんでしたし、あったとしてもその機会に対する、その診断に対する知識技術が不足しておりました。え、何の помощь пришло мировое сообщество、пришло из разных стран、помощь пришла из разных стран мира, и многие скрининговые программы охватили зараженные области, и среди которых было обследовано больше 245 тысяч населения. И хочу вам отметить, что подавляющее большинство обследованного населения было сделано с участием японских врачей. Вы видите это на этом слайде. 85%.そういった状況になりまして、すぐに多くの国もしくは国際的な機関が支援の手を差し伸べてくれました。そして、検診プログラムがそういった機関もしくは外国の組織によって、行われたわけです。特に汚染地域を中心にですね、そしての結果として24万5千人ほどの数の人がその検診を受けることができました。そしてここで、改めて、お伝えしておきたいのは、そのうちの大半が日本のドクターによって、日本のドクターの参加によって行われた検診プログラムの結果だったということです。Вот что произошло с раком щитовидной железы после аварии. Вы видите количество случаев за 20 лет до аварии, это было около 2000 случаев в Республике Беларусь. И за 30 лет после аварии, это около 25 тысяч случаев рака. ここに甲状腺がんの発生件数の推移が描かれております。事故前の20年間の甲状腺がんの総件数、1944件。に比べて事故後の20年間の総件数24,883件という数になっております。особенно пострадали дети и подростки。特にその影響を強く受けたのが子供、ティーンエイジャー14から18歳の子供たちでした。на этом слайде вы видите, что до Чернобыльской аварии у нас встречался один, максимум два детского рака на миллион населения. И после аварии, спустя 5 лет, заболеваемость раком щитовидной железы среди детей достигла 27 случаев на 100 тысяч детского населения. ここにはその甲状腺がんの、小児の甲状腺がんの発生率、発生頻度のグラフが示されております。事故以前は10万人に対してせいぜい1件、最大でも2件という率でしたが、事故後最大10万人に対して27件という頻度にまで上昇しておりました。В настоящее время заболеваемость находится на постоянном уровне, и это благодаря тому, что налажена в республике хорошая диагностическая работа и современная диагностика рака щитовидной железы у детей.
そして2002年以降はこの大体10万に対して5件前後というところに収まっております。その5件というのはベラルーシ共和国において診断のシステムが普及し整備されているためにこのような数字になっております。учитывая высокую заболеваемость населения раком щитовидной железы, в 1990 году по инициативе академика Демичика был создан Республиканский центр лечения рака щитовидной железы. そのような甲状腺がんが多発し始めている状況を受けて、1990年にアカデミシャン、ドクター・デミチクによって甲状腺がんセンターがミンスクに創立されました。Этот центр расположен на базе городского центра онкологии. その時はそのミンスク市立がんセンターの中にそのセンター甲状腺がんセンターが創立されておりました。После Чернобыля, вы видите, мы прооперировали больше 26 тысяч пациентов. Из них подавляющее большинство, 93%, были прооперированы в нашем центре. 1990年以降のベラルーシにおいて行われた甲状腺がん手術の総件数2万6000、強に上っております。そのうちの 93% が我々のミンスク市立がんセンターで行われた手術です。Все дети и подростки, которые имели рак щитовидной железы, оперируются только в нашем центре. Общее количество их составило 1428 человек. Также все дети и подростки с доброкачественной узловой патологией щитовидной железы также оперируются в нашем центре. 特に小児の甲状腺がんにつきまして、18歳までの子どもの甲状腺がんについては、すべて我々のミンスク市立がんセンターにおいて手術が行われておりまして、1428件を数えております、90年以来ですね、以降ですね。また、良性の腫瘍、そして結節などの手術についても、当センターで行われております。Теперь лечение рака щитовидной железы в Республике Беларусь. Основная генеральная стратегия – это 4 фактора. Хирургическое лечение, лечение радиоактивным йодом, гормонотерапия и наблюдение. そしてベラルーシ共和国におけるがんの治療についてお話をさせていただきます。がん治療には4つの要素がございます。1つは外科的な治療、もう一つが放射性要素による治療、三つ目はホルモンによる治療、四つ目は経過観察ということになります。Хирургическое лечение. Мы предпочитаем выполнение тотальной тиреотектомии, то есть полного удаления щитовидной железы, потому что это дает возможность пациентам в последующем получить лечение радиоактивным йодом. И второе исключает развитие рецидива.我々の国では外科的な手術を行う場合には全摘手術を進めております。と言いますのはその全摘手術を受けた後には患者さんが放射性要素による治療を受けることができますし、また再発の可能性が低くなると思われているためです。Одновременно с удалением щитовидной железы мы удаляем ближайшие лимфатические узлы, куда возможны метастазы рака щитовидной железы.その際には甲状腺付近のリンパ節もすべて摘出いたします。転移の可能性が考えられるためです。Лечение радиоактивным йодом. Парадоксальная вещь. Радиоактивный йод вызывает рак щитовидной железы, и он же его лечит. Вот лечение радиоактивным йодом подразумевает собой уничтожение опухолевых клеток, те, которых не увидел хирург на операции, либо те, которые есть в других частях тела. 非常に矛盾して聞こえるかもしれませんが、放射性要素は甲状腺のがんを発生させると発生もさせますし、それによってそのがんを治療することができるのです。外科医が見つけることのできなかったがん細胞を放射性要素によって、治療する、根絶することができます。Гормонотерапия.
Как известно, ни один обменный процесс в организме человека не может проходить без гормонов щитовидной железы. Как же быть пациенту после удаленной щитовидной железы? ホルモンセラピー、ホルモンによる治療について申し上げますが、体の中における代謝はどの一つをとっても甲状腺によって作られるホルモンなしにはそれが機能することはできません。では甲状腺全摘された後の患者はどのようにしたらよいのでしょうか。для каждого пациента подбирается индивидуальная доза гормонов, с которой он живет, которую он принимает ежедневно, и он абсолютно нормально переносит это лечение.Он абсолютно адаптирован социально и не испытывает никаких проблем после выполненной операции назначенного лечения. 患者さん個人個人に適切な量のホルモン剤が決められます。そしてその患者さんは毎日そのホルモン剤を飲むことによって社会的にも健康的にも社会的にも全く問題のない生活を送ることが可能となります。Очень многие наши пациенты, которые были детьми на момент операции, выросли на этих гормонах, стали сами родителями и встречаются с нами до сих пор, не испытывая проблем. その甲状腺がんの手術を受けた時、まだ子供だった方々の多くがその後ホルモン剤を摂取し続けながら大人になり、両親になって、私たち、まあ、医者のところに他の病気でかかったりしてきて、全く問題なく、生活を送れておりることがいることが証明されています。 Наблюдение. Мы наблюдаем пациентов каждые 6 месяцев и в обязательном порядке делаем ультразвуковое обследование и тест гормональный и корректируем гормоны в случае необходимостиそして経過観察についてです。すべての手術を受けた患者さんは6ヶ月ごとに検診を受けることになっておりまして、そこではエコー超音波診断機による検診を受けまして、さらにはホルモンの血中ホルモンの分析も受けます。その結果次第では摂取する患者さんの摂取するホルモンの量が適切な値に調整されていきます。手術を受けた患者さんはこの経過観察を一生受け続けることになります。специально для них мы издаем азбуки, в которых доступным языком прописано правила лечения, правила наблюдения и правила жизни。そういった患者さんのために、患者さん、すみません、甲状腺病気に関する ABC、まあ、要するに基礎が書いてある、そういったガイドブックを我々は発行しております。その患者さんたちが自分の健康生活を守るためにどのようなことに注意しなければいけないかなどが書かれております。Хочу сказать вам, что рак щитовидной железы – это одна из немногих онкологических патологий, которые врачи умеют лечить и излечивают.改めて申し上げておきたいのは、甲状腺がんというのはがんの中でもそれが医者によって完全に完治させることができうる数少ないがんの種類の一つであるということです。ありがとう。